Добрый день! Сейчас мы с вами посмотрим лот Микс детский бренд Винтерсток. Подробную информацию смотрите в ссылке под описанием. Начнем вот с такой вот очень теплой толстовочки. Это у нас на размер 146-152. Вот с такими яркими замочками. Очень теплая. Дальше у нас H&M Евро 134. Вот такое шикарное нарядное платье в пайетках все полностью. Короткий рукав сеточкой. Вот. Прекрасный сзади тоже. Так, здесь у нас на 6 лет плюшевые брючки. Теплые. Здесь 74-80 комбинезон. Тоже такой плюшевый. Вот. Ножки здесь закрываются. Здесь у нас на 110-116 примерно такое болеро хлопочек с прекрасной пуговицей. На 8 лет штанишки. Тоже плюшевые. Blue 7 на 152 танковка. Здесь у нас 16, написано на 16 размер. Ну, здесь, наверное, на 158-164 вот такое вот платье. Плотный очень материал. Юбка на 14-16 лет. 74-80 брючки хлопок без утепления. На 158 велюровые брюки спортивные. Здесь на 50-56 брючки с утеплением, с начесом. От 0 до месяца на 50 сантиметров вот такая футболочка, даже с кармашками. Blue 7 на 98 танковка. На 6 лет брючки, опять же плюшевые с резинками внизу. На 5-6 лет футболка. Флисовые брюки на 10-12 лет. Вот такие вот тонкий флис. На 86-92 вот такая танковочка. Застежки сбоку. Плюшевые брючки на 7-8 лет. Дальше у нас H&M. Утепленные, они прям флисовые полностью, на 56 размер. Так, свитшот на 110-116, утепленный с начесом. Джинсы 62-68, внутри хлопковый подклад полностью по всей длине. Здесь у нас на 92. Вот такая вот толстовочка на молнии. Ну, тоненькая достаточно, однослойная. На 140 брюки спортивные с начесом. Брючки вязаные на 50-56. Такие вот. На 3 года футболочка прекрасная с бархатным рисунком. 86-92 вот такая теплая кофта, очень теплая, внутри тоже как искусственный мех такой плюшевый. И вот такие прекрасные пуговицы деревянные здесь. Здесь она на кнопочке, вот такая вот шикарная, очень теплая, с капюшоном. Брючки спортивные Blue 7, 98 размер, тонкие.
на 12-18 месяцев футболка. H&M на 110-116 снова свитшот у нас утепленный. А здесь такие шорты, скорее всего, это тут размер, потому что не написан. Ну, на штаны не похоже, на брюки. Скорее всего, это шорты вот с резиночками внизу. Они такие велюровые. Внутри подклад у нас трикотажный. Это, скорее всего, где-то на 3-4 года вот так. Вот. На 13-15 лет мужские для мальчиков трусы. 158. Вот такой джемпер для мальчиков. На 10-12 лет плюшевые брюки. Здесь у нас флисовый комбез. Суперсемейка. На 3 года. Вот. Такой вот. И ножки здесь закрыты. Не скользящая подошва. Танковка. На 158-164 такая танковка, ну как свитшот, не знаю, только тоненький, оверсайз и внизу без резинки. Брюки, джинсы, джоггеры 158 ростовка, вот внизу резиночки. Они, кстати, такие плотные, знаете, как будто бы даже утепленные, но без утепления. На 6-12 месяцев это Old Navy, баллоневые штаны, полукомбинезон как бы. Так, дальше у нас на 152 вот такая вот парка утепленная. Ну, на зиму прохладно, наверное, будет, но вот... Осень-весна, самое то, на резиночке и удлиненная. Здесь у нас на 4-5 лет плюшевые брючки. На 2-3 года майка для мальчиков, хлопочек, 164. Это у нас джинсы, расклешенные от колена. Вот такие плотные джинсы. Дальше джемпер для мальчиков, скорее всего. Так, на 14-16 лет. Вот такой вот тепленький. На 6-9 месяцев шортики, хлопок. Флисовые брюки на 10 лет. Такие вот. С Дартом Вейдером. 110-116 платье. Вот такое. Подол сетка с подкладом. И здесь у нас рубашка на где-то на 154-158, наверное, ростовку. Может, на 146-152. Удлиненная чуть-чуть. Рукава загибаются, здесь застегиваются. И внизу, видите, такой овальный срез. И здесь вот тоже застежки. Она фланелевая, теплая рубашечка. Дальше смотрим. Здесь у нас еще есть вещи. Так, вот такая куртка на 146-152. Внутри такой, ну как тоненький флис. Вот. Осень-весна. На 5 лет вот такая танковочка, блузка, как бы утепленная слегка. И удлиненная, и, видите, расклешенная внизу. Вот такие леггинсы под кожу. Это H&M на 110. Без утепления. На 158-164 трикотажное платьишко. Здесь у нас на 5 лет флисовая танковочка Nickelodeon.
На 8 лет вот такой вот свитшот. Дальше толстовка на 18-24 месяца. Утепленная, очень яркий неоновый такой цвет. На 158-164 футболка. Тоненький хлопочек. На 3-6 месяцев тоже толстовка утепленная. Брючки с начесом на 74-80. Юбка тоненький хлопок с тонким тоже подкладом. С вышивкой прекрасная юбка. Она размер где-то от 10 до 14, наверное, лет. Можно попробовать. На 164 джоггеры. Здесь у нас такая толстовка на 5-6 лет. Little Pony. Посмотрите, очень яркая. Здесь с глиттером рисунок. Капюшон классный, смотрите. И ушки тут, и грива. И сзади вот она вот такая с крылышками. Очень интересная. Брючки флисовые на 4-5 лет. Майка с топом внутри на 6-7 лет. Плотный такой хлопочек. На 158 брюки хлопок. Прям очень приятные такие домашние брючки новогодние. 158-164. Вот такой джемпер. Здесь вставки под кожу. Тоненький. На 74-80. Полукомбинезон утепленный. Ну, скорее осень-весна. На 10-12 лет. Вот такая спортивная кофта. На 7-8 лет. На 7-8 лет вот такой вот комбинезон флисовый, тролли, вот, кегуруми, да, еще их называют. Штанишки на 18 лет, тоже домашние, ну тут, наверное, не хлопок, но материал приятный такой, очень тоненький материал. На 74-80 брючки с начесом хлопковые. Здесь у нас на 8 лет вот такие брюки. Внутри вот так они выглядят. С резиночками внизу. И на 8 лет тоже вот такая вот, вот свитшот к этим брючкам. Прекрасный костюм получится. На 86-92 вот такие вязаные брючки для мальчиков. На 14-16 лет плюшевые брюки тоже для мальчиков. Здесь на 98 футболочка. Прекрасное тут сердечко из страз внизу. H&M 134-140. Вот такой вот свитшот, хлопок, без утепления. На 110 блузочка, хлопок тоже, вот маечка, блузочка. На 14-16 лет плюшевые брючки, резинка внизу. На 158 вот такая блузка, тоже хлопочек, тоненький. Здесь у нас на 158-164 вот такая танковка из спортивного трикотажа. Возможно, это как поддёва, ну, допустим, под какую-то горнолыжную, да, одежду. И вот такие вот леггинсы. Ну, не леггинсы, а брюки, ну, зауженные к низу и внизу с резинками. Вот, на 158-164. На 4 года комбинезон флисовый, плотный флис, очень такой приятный.
внизу, вот у нас подошвы не скользящие. И еще одна парка, такая же, как мы уже смотрели с вами, на 152. Вот, осень-весна. Пожалуйста, с опушкой. Капюшончик у нас. Так, и еще есть всякие мелочевки в этом лоте. Вот такие вот домашние тапочки. 24 размер. Они шерстяные. С войлочной подошвой. Вот. Дальше вот такие классные овечки. Тоже. 31-32 размер. Да? Вот. Сиандей. Дальше. Вот такие тапочки. Здесь, наверное, размерчик у нас тоже где-то 23-24. Вот так. Нескользящая подошва. Носочки 35-38. Коротенькие. И внутри махровые. Вот такие вот махровые носки плюшевые. Тоже где-то до 35 размера. Вот такие носочки с осликом есть. Их 3 штуки, а не 2. Вот такие с олафом. А здесь еще носочки. А вот такие с Микки Маусом прекрасные. А здесь у нас размерчик 28-30. Тоже внутри махровые. Дальше перчатки. Очень маленькие, наверное, на годик. Прям очень маленькие перчаточки. Здесь побольше. Вот, где-то лет на 5-6. Вот такие перчатки. Утепленные внутри. Очень толстые. Размер не написан. Но это уже, прям на взрослого даже подойдет. Вот такие варежки. Тоже на большую ручку. Вот. Так они загибаются. Вот такие классные варежки. И вот еще перчатки тоже уже на больших детишек, на подростков. Вот такая маска есть. Здесь колготки 100D на 92-98. Колготочки на 62-68. Вот такие. Вот такие на 62-68 есть с рисунком. Здесь у нас брючки на 80 размер. Давайте я достану, покажу. Это такие, как, тоже как подштанники, грубо говоря, вот для мальчиков. Так, на 164-170 вот такие термо-штаны. Еще кое-что есть здесь. Сейчас мы с вами будем смотреть. Так, трусики купальные на 18, наверное, месяцев. 86 сантиметров. Вот такие вот прекрасные трусики. Есть простые трусики ХБ. На 116 вот такие вот. Вот такие карнавальные крылышки на резинках. Тонковка на 158-164. Так, на 56 сантиметров вот такая тонковка застегивается полностью по сбоку. Три штучки майки на 98-104. Такие хлопочки, тоненькие, очень приятные маечки. 5 штук маски многоразовые, детские. Здесь у нас тонковка термо на 152-158. Вот такой комбинезон на 62-68, непромокаемый. Такой как внутри на флисе.
Очень классный, кстати, как ветровка, вот такой, знаете, непромокаемый, непродуваемый. Еще и на флисе. Вот такая открытка здесь есть, музыкальная, классная. Дальше шапочки. Так. Размерчик не написан, но это, наверное, где-то на 6-8 лет. Вот такая шапка-ушанка. Вот такая шапочка от года где-то. Ну, наверное, даже не от года. Сейчас посмотрим. А, ну да, она 12-24 месяца. Шапочка, и с ней идут вот такие маленькие варежки плюшевые. Дальше шапка вязаная. Это уже побольше. Тут размерчик не указан, к сожалению. Ну, на где-то 10 лет примерно. Вот такая шапка с перчатками. Тоже не указан размер. Здесь на 8-10 лет. Вот такая шапочка от года. Здесь в наборе идут перчатки, которые делаются варежками. И шарфик вот такой вот классный. Таких набора два у нас панды. И вот такая вот шапочка где-то на 8-9 лет. Подробную информацию о лоте смотрите в ссылке под описанием. Спасибо за внимание.